На стадионе «Электрон» прошел заключительный матч открытого кубка городского округа Люберцы по футболу среди ветеранских команд. В течение двух месяцев 8 команд из Люберец и соседних городских округов боролись за главный трофей. Всем игрокам 50+. В финальном матче встретились футбольный клуб «Котельники» и «Люберецкая торпеда». Мне 63, играю за 50. Само говорит обо всем. Двукратный чемпион России. Сегодня в раздевалке тренер сказал, ну играйте. Я говорю, какой играйте, ребята? Вы что, только кубок выиграть, как играйте? Только на победу. Потому что, ну как, четвертьфинал 3-1, полуфинал 5-1. Я говорю, не позорьте меня, старика. Говорю. Ну, поддерживают ребята, здорово, конечно. Настроение боевое, все ждали этого финала. Настрой у всех боевой. В общем, идет самоотверженная борьба. Команды бьются за победу. Настоящая финальная игра. Со счетом 2-1, победив соперника из «Котельников», «Люберецкая торпеда» стала обладателем почетного кубка.